Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр. Я маленький, круглый, я Трибум, а это значит, что мы с братишками и с вами продолжаем проходить игру под названием Eternal Cylinder. Но если вам понравится этот видос или вы захотите поддержать вот этого хоботастого монстрика и остальных ребят, вы можете это сделать с помощью лайков. Итак, друзья, мы... В прошлой серии исследовали древнее святилище Трибумов, где увидели первые технологии Трибумов, различные платформы, механизмы и так далее. Было довольно интересно, но нужно двигаться дальше. Правда, мне сказали, что я забыл про мутацию лезвия. Блин, друзья, если бы я знал хотя бы, как она выглядит и где она добывается, я бы с радостью ее взял. Я просто не знаю, где, как, что, почему. Тяжело, очень тяжело. Ну ладно, давайте зайдем вот в это святилище и дальше будем исследовать локацию. А может быть и не будем. Не, на самом деле будем. Нам нужно двигаться сейчас в сторону пустыни. Так, все внутрь. Трибумчики, залетаем все внутрь. Кстати, я не нашел еще ни одного рецепта для сохранения мутаций. Это ужасно, это странно. Где эти рецепты? Возможно, кстати, они будут тут. Так, все активировалось. Окей, но сперва мы соберем драгоценности, конечно же, потом что-нибудь еще и прокачаем. Будет здорово, будет полезно, только я не знаю, что мне сейчас больше всего нужно прокачивать, честно сказать. Все вроде бы полезно, еще здесь есть заводская мутация, но она нам сейчас ни к чему. Так, давай. О, по поводу прыжков. Я все время жалуюсь, что трибумы отпрыгивают назад, когда стоят возле стены. И мне кто-то написал в комментах, что так работает физика. Я такой, чё? Если я стану впритык к стене и прыгну, я не отпрыгну назад, я прыгну на месте. Просто я буду возле стены. Понимаете, да? А тут происходит, ну, постоянно вот меня отталкивает назад. Это странно. В жизни это так не работает, по крайней мере, со мной. Я даже перепроверил. Нет, меня не отталкивает. И в других играх я такого никогда не встречал. В общем, какая-то мистика, магия странная, ужасная. Так, где мой заводской трибум? Гугома, давай-ка ты съешь этот гриб, он тебе как бы ни к чему. И лучше мы на его место соберем побольше драгоценных минералов. Много минералов, еще больше. О, пропустил, пропустил, пропустил. Как я мог, как я... не прыгай назад, пожалуйста. Как я мог пропустить вот это добро? 30, друзья, единиц драгоценностей. Такого количества не было у нас еще никогда. Ой, красота. Вот это самые ценные камни. Ну, одни из самых ценных, если брать обычные, да, вот они самые ценные из обычных. Я вижу там проекцию другого трибума, но погодите, мне тут немножко не до этого. Тут я другими вещами занят. Тоже очень важными, между прочим. Прошу обратить внимание. Да, стрельну. Да, камней нет. Ну, чё-то не густо, ничего оно не падает. Вроде попадаю, а вроде бы и не очень. А если так? Нет, так не работает. Да ладно, на самом деле этого достаточно. Я думаю, о, вот с другой стороны нужно взять парочку. Прыжок. Давай, запрыгивай. Вот, это я понимаю. Вот это по-нашему, по-трибумовски. Давай еще немного сбросим с помощью струи. Да что они не отлетают-то, алло? Смотрите, всей толпой стреляем в этот камень, он... Как это? Как врос будто бы туда, в землю. А где остальные, которые упали? Ладно, все, давайте говорить с трибумом. Проекция из бассейна поделилась своей мудростью с трибумами и показала им, как защищаться от жесткого света их врагов. Так, новая мутация, которую можно сохранить. Телокомбинатор. Ну, скажу я вам, друзья, так, это не самое полезное. А, можно еще и другие. Смотрите, они тоже доступны. Класс, мы их тоже исследуем. Здесь нам нужно три третьих глаза, и тогда мы сможем сохраниться. Это сложно. Где столько взять? Хобот мы можем сохранить, и эту мы можем сохранить. Надо будет вот именно вот эту мутацию сохранить. Телокомбинатор. Две зеленые рыбы и один синий шар. Это я помню, где берется. Так, с остальным пока как бы недоступно. Ладно, не страшно. Давайте лучше что-то прокачаем. Так, минералы, здоровье.
Прокачаю, конечно, здоровье. Не знаю, какой уровень максимальный здоровья. А, давайте на все здоровье. Круто, по-моему, круто. Супер толстенные трибумы. Видение заговорило с трибумами. «Не покидайте эту пещеру, пока не добудете все ее богатства», — сказала оно. «Эти стены хранят ценные минералы, необходимые для наших рецептов и других важных вещей. Обычный трибум не может обработать их, но наши умелые предки создали мутацию, которая может выполнить эту задачу». Видение исчезло, и трибумы опечалились, как будто они потеряли одного из старейшин. А ничего, что у меня уже есть такая мутация? А, все, проход открыт. Просто она мне не нужна, я, ну, имею ее. Может быть, это какая-то другая мутация? Супер заводская. Но, честно говоря, я сомневаюсь. Ну давай, сбрасывай ее уже. Это самая обычная заводская мутация. Я ее еще раз съем, просто чтобы перекусить. Ничего не изменилось. А меня не выпускали. Ну ладно, давайте тогда попробуем сейчас закрепить наши мутации от этого негативного света. Так, первое, что нам нужно сделать, это найти... Шар я знаю где, а вот рыбы... Попробую их отметить. Справочник, так. Еда, стоп, карта, инвентарь. А у меня третьего глаза, что ли, нет? А у меня нет третьего глаза, я не смогу ничего искать. Блин. Мы ж лишились третьего глаза, да? А вроде ж у кого-то есть. У Гвуви есть третий глаз. Так в чем проблема? Погоди. Гвуви, ты где, мой дорогой? Иди сюда. Так, Гвуви. Инвентарь, древо мутации, справочник. Вот, я могу искать, мне нужна рыба. Получится ее найти? Нет, не хвостопрыг, нам нужен другой экземпляр. Где он? Алло. А, это же будет, наверное, в этих, в существах. Точно. Вот, базабу. А базабу искать нельзя. Прикиньте. Еду искать можно, а базабу искать нельзя. Вот так дела. Ладно. Ладно, тогда я сам попробую найти базабу. Что у нас есть на карте? Давайте посмотрим. А, в общем-то, ничего и нет. Есть единственный источник воды, судя по всему, и там-то могут обитать базабу. Но это не факт. А еще у нас нет дуделки, чтобы отпугивать вот этих вот пукарей. Блин, ребятки, у нас тут ситуация, конечно же, такая себе. Ну ты-то иди, ну ты-то куда лезешь? Ну тебе-то оно вообще, отцепись. Так. О, одна из рыб, иди сюда. Вот ты и попалась. Так, одна есть. Не надо ее перерабатывать, пожалуйста. А-а-а, она же перерабатывается. Так, хорошо. Допустил я ошибку. Блин, он летит сюда. Я могу тебя, короче, спугнуть, ты имей в виду. Да не рычи, не рычи. Какая же ты скотина-то гадкая. Блин, не дадут поохотиться за рыбами. Спокойно уже. Так, ты-то, ты, вот тебе. С тобой у меня разговор сейчас будет быстрый и четкий. Получи. Блин, что-то... Ну, траванулся он, интересно, или нет? По идее, должен был. Остановись. Да, пока супер недалеко летит шар. Блин, я сам... Чё? Да... Какое-то, друзья, это оружие оказалось совсем жестким. Не, и раньше, конечно, ядовитое облако наносило урон нашим братцам, но чтобы столько урона, это же просто ужас, как сильно. За долю секунды не успел даже среагировать. Понять, что творится, уже отъехали все ребятки. Так, иди сюда. О, больно должно быть, да? Интересно, как много хп мы ему сняли? Получи. Ребят, отходим, 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 ребята. Блин, пипец. С таким оружием шутки очень плохие, и шутить не нужно. Да, оно мощное, но оно настолько мощное, что просто вообще слишком мощное. Иди сюда, дружбан. Иди сюда. Не бойся, не бойся, не бойся.
А сам отходим, отходим, ребятки, отходим, все отходим. Нам нужно держаться подальше от этого ядовитого облака. Что творится? За секунду они умирают, это слишком мощно. Я к такому не готов. Для меня, друзья, это в какой-то степени принципиально научиться пользоваться этим ядом. Ну просто вообще. Буду держаться подальше при его использовании. Максимально, ребятки, отходим. Он сейчас умрет сам. А, не хватило яда, чтобы он умер. Попробую сделать еще один выстрел. Возможно, даже не ядовитый. Но в этот раз обязательно все получится. Остановись. Остановись. Ну куда ты убегаешь? Отойдем, 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 ребятки. Все. Это супер мощно. Я это оружие недооценивал, но оно просто невероятной силы. Так, нам нужен кто-то, кто просто сохранит эту штуку, чтобы мы могли ее, ну, комбинировать с чем-нибудь. Так что давай, братан, ты ее, главное, не ешь. Ты ее просто, главное, не ешь. Просто ее храни. Нам нужно найти несколько рыбешек, и тогда жизнь, считай, сказка. Так, вот только... Главное сейчас не брать нашим главным... Опачки, что за люди? Точнее, что за твари, друзья? Это будет сложно. Это будет, может быть, даже невозможно. Так, это мы все соберем. Но мы должны его победить. Его раньше не было на этой карте, но после загрузки... А он за барьером, скотина, ты такая за барьером прячешься, да? Какой же ты мерзавец. Ну выходи из-за барьера сюда. Ладно, следующий биом уже не пустынный, поэтому... У нас будет некоторый разговор с ним. Возможно, мы понесем серьезные потери. Возможно, кто-то из трибумов даже погибнет. Но мы с ним справимся. Мы должны с ним справиться. Так, зеленые рыбехи. О, вижу. Иди сюда. Здорово! Ну, куда ты? Ну, не уходи, ну, не уплывай. Ну, постой. Ну, черт тебя дери. Ну, стой! Да такая сволочь, а! Раньше такого не было, они просто уплыли за 13 километров от берега, это нечестно. Да, конечно, в таком водоеме ловить их то еще удовольствие, но мы должны. Так, обычная красная рыбеха плавает вдоль берега. Я вижу еще одну, и, по-моему, это та, которая нам нужна. Сегодня у нас будут трибумы-рыболовы. Во как. Неужто она видит меня и уплывает? Понимаете, да? Какая... Хитрюга. Да. Она просто видит и уплывает. Засранка. Спасибо, что... Во, запрыгнул. Чё, кто там нас атакует? Кто это звуки издавал? Это ты! Какая... Больше всего я ненавижу именно вот эту летающую штуку. Это самый вообще гадкий враг, которого только можно себе представить. Реально, более мерзкого существа в игре я не видел, не встречал. Так, хорошо, на карте. Что еще? Что еще мы можем сделать из мутации? Три третьих глаза. Подожди, инвентарь. Давай посмотрим, это что вообще за предмет? Может быть, я что-то путаю. Это семя водного растения? Просто похоже визуально, но, по-моему, нет. Это янтарный глаз. Да, нам нужно три янтарных глаза, чтобы мы могли навсегда сохранить эту мутацию. Добыть их, ну... Ну, третий глаз встречается часто, но не настолько часто. Ладно, хорошо. Рыбу я пытаюсь поймать, пока не удается. Хобот. Вот эти растения можно будет легко добыть. Это не проблема. Возможно, в следующей локации мы этим и займемся. Так, ну, наверное, больше тут нет ничего супер четкого, супер нужного, супер полезного. Чего-то такого, что мы пропустили или не увидели. Мне нужны рыбехи. Короче, предлагаю двигаться дальше, пока эта скотина меня полностью уже окончательно не вывела из себя. Ой-ой-ой, а вот это будет сложно. Посмотрите, где находится следующий обелиск. Тут вообще перешейки есть? Да, есть проход. Блин. А как до него добраться? Черт. Ну, давай пробовать. Покатились, но я не верю, что мы сможем до него вообще добраться. В слишком неудобном месте он расположен.
По воде нужно было, может, как-то идти или с... А ну класс, все, я проиграл. Как офигенно проигрывать. Еще эта тварь летающая просто решила помучить нас. И синих этих нету тучек, чтобы восстановить энергию. Привет, цилиндр! Надеюсь, ты раздавишь нас быстро и... Мы не будем мучиться. Надо было по левой стороне, может быть, идти. Там вроде как ближе до обелиска. На самом деле шансы были, но их было немного. Цилиндр замедлился, ребята. Цилиндр замедлился. Это наш шанс. Давай. Давай, давай, ребятки, 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 ребятки. У нас есть все шансы победить его. Точнее, выжить хотя бы. Yes. Это было непросто, и мы добрались до пустыни, друзья мои. Опасность. Да, все довольны, все живы, это было опасно. Фух. Шумно, громко, но мы живы. Итак, мы на новой локации. И, кстати, возможно, здесь рыб... Хотя нет, это зимний биом все еще. Я просто что-то спутал с пустыней. Жрать хочется, вот что я могу сказать. 100% я хочу кушать. Нам нужно найти еду хоть какую-то. Хоть какую-то еду. Хоть какую-то, любую. Можно мутациями насытиться, но это не совсем то, что нам нужно. Грибы... Ну ладно. Тут такая комбинированная локация, вроде бы. А что тут одни только мутации растут? Во, нормальная еда. Yes. Давай. Вкусно. Трибумусы, довольнусы. Что-то я не особо-то и наелся, да, такую банду прокормить. Бывает сложновато, либо просто эти растения не супер питательные. Ортопода, я, ну не знаю, давай съем, почему бы и нет. Будут у меня тоже забавные глаза. Ну, я ничего не потерял из-за этого. Так, этот не изучен еще до сих пор, я думал, он изучен. Синий языкохватик, ну окей. Вода нам тоже пригодится, иди своей дорогой. Мирный языкохватик. Смотрите, как повалилось дерево, и тут могла лежать мутация, но ее нет на вершине. По крайней мере, пока. Так, а что нам тут нужно сделать, если энергетическое поле красное? Что-то очень важное, наверняка. О, вот много еды. А еще вот эти цветы нужны для того, чтобы сохранить мутацию, если я правильно все помню. По-моему, они нужны были. Какие-то из этих, по крайней мере. Так, я сейчас даже перепроверю, чтобы на всякий случай, чтобы ничего не пропустить. Древо мутации, чтобы вот эту сохранить. Нет, чтобы вот эту сохранить. Да, нам нужно три вот таких вот растения. Так, тогда переключаемся на нашего мудреца. И ищем три странных растения. Они где-то неподалеку должны быть. Че, я опять их пропустил, что ли? Трубчатый клубень? Что-то я с ума схожу. Нет, вот такое фиолетовое, точно. Где оно? Во! Плод хабасцита. Растительный организм, растущий исключительно на... Я помню, я знаю, где его искать. Но тут его не будет, скорее всего, потому что я отметил и... Он не отмечен. Я помню, в каком месте и как он выглядит. Все. Пещерах, да, на потолке он растет, там что-то, где сталактиты, сталагниты, вот это вот все. Кожа с мехом, да? Да, мы идем. Может, рыбеху получится найти? Ну вот он отмечен, а типа, а что, его на карте нет. Как работает третий глаз? Непонятно. Так, стоп, нам что, через цилиндр нужно перелететь опять? Потому что я не знаю. Опачки! Да, вон он растет, все здорово, но там есть новый монстр.
И я не знаю, чего от него ожидать. Я его видел только на картинках. В жизни с ним не сталкивался никогда. А, похоже, это тот самый чувак. Блин, он стрёмный, во-первых. Во-вторых, что это было за чудное существо? Оно не походило на слуг цилиндра, но от него чувствовалась какая-то странная угроза. И что это за пульсирующая штука внизу? Сердце? Что-то в памяти трибумов заставило их насторожиться. Так, я думаю, что вот эту штуку, свисающую, нужно задеть, продамажить. Интересно, получится ли добросить до него отсюда бомбу? Я не знаю, мне страшно, я не хочу с ним драться. Ладно, попробуем. Казалось, сердце билось медленно, и существо спало. Возможно ли, что холод удерживал существо в плену странной спячки? Короче, нам нужен огонь как раз-таки для этого существа. Ну, давай попробуем. Гугома, твой выход, братан. Оно спит, реально. Оно полностью заморожено. Выглядит жутко. Попробую поджечь сердце. Да. Оно растаяло. Ой. Больше огня. Давайте будем оставлять огонь, и он будет по нему ходить, и я не знаю. Да, он постепенно накаляется. Я думаю, нужно его раскалить до красна. И тогда все будет хорошо. Главное, трибумусы, пожалуйста, не лезьте вперед. Я с ним разберусь, вы просто стоите в стороне, ребятки. Больше огня, давай. Ходи по огню. Чем жарче становилось, тем больше монстр терял контроль над телом. Вот его слабое тело, место. Да, я понял. Главное, не погибнуть сейчас. Блин, как же далеко он бьет и быстро. Yes. Пау, получи-ка. Ну, это было не сказать, что прямо ультра сложно. Гуге? Что это? Оу. Это какая-то мутация. И что она даст? Так, я бы еще хотел вот эти штуки собрать. Они же нам нужны? Нужны. Ладно, а кому отдать в эволюцию? Я просто не знаю. Ну давайте нашему главарю отдадим, почему бы и нет. Мистер мужик-главарь. Стоп, а если мы потеряем нужную мутацию, что тогда? Ладно, хорошо, ты, дружище, ее съешь, так и быть. Для эксперимента, во имя науки трибумов. Чё? Тело с регенерацией. Серьезно улучшает способности трибума к регенерации. А оно на всех работает? Или нет? Трибум сейчас выглядит как одно большое сердце. Это занятно. Так. Иди сюда. Вот. Так, а сколько нам таких? По-моему, 3 штуки нужно, если я ничего не путаю. Где? 3, да. А где третью искать? Там должна быть. Отлично, на другой стороне. А там нету этого растения? Да блин, это так несправедливо, что... Да ладно. Да, тут куча драгоценностей и все дела, но... Блин. Серьезно. Че ты все подряд опять жрешь? Ты дурак, нет? Все жрет, поджигает. Вот все тебе... У тебя другое занятие есть. Собирать драгоценности. Вот, все, что ты должен делать, дружище. Просто собирай драгоценные камни. Больше от тебя не требуется... Вот не надо тебе вот это есть. Больше от тебя не требуется ничего. Ну и поджигать землю, да, когда это нужно. Досадно, друзья, не правда ли, что осталось реально одно растение это найти, и его нигде нет. На этом участке мира карты. Много-много-много-много, это хорошо. Ладно, не будем здесь задерживаться. От того, что я хожу, недоумеваю, ищу. Ну и что ты не переключился, хотелось бы узнать. Растения сами по себе, короче, не вырастут. Окей. Может быть, рыбёхи где-то здесь есть?
Хотя я не видел источников воды, поэтому вряд ли рыб мы найдем. Ну тут их нет, просто источников воды, да? Скалы есть, воды нет. А может вдоль скал можно этот цветок найти? Шанс есть, нет? Ну, чё-то сомневаюсь, что шансы будут. Хотя можно попытаться вот тут подняться, смотрите-ка. Не просто так же этот подъем сделан, правда? А, ну да, это тупик. Хотя... Не говори тупик, пока не попал в тупик. А где трибумы? Неужто кто-то погиб? Погоди. Вроде же никто не погиб. А, вон они снизу. Чё вы там ползаете? Алло. И ты, Гветел, иди сюда. У тебя есть шанс перебраться на ту сторону. Маленький, но есть. Попробуем. О, нет. Нет, достаточно ты хорош, дружище, для этих целей. Ну ладно. Может, через цилиндр перелетим? Ну, правда, зачем? Нам это нужно сейчас. Нет, для чего. А-та-та-та-та-та. А вот это не зря. А вот это не зря, друзья. Ну и чё? Во. Первый и третий глаз найден. Осталось найти еще два. Да. Да-да. Да. Да. Да-да. Да, и теперь я знаю, как работает третий глаз. Он просто стрелкой указывает, если вдруг поблизости где-то есть искомый предмет. Не самый полезный навык, не самый удобный. Я думал, на карте будет отображаться. Но нет, на карте не отображается. Хорошо, тогда понятно. Ну, покатились. Тут не важно, за кого катиться, нам главное докатиться. Я даже не знаю, куда. Налево, направо, направо, налево. Где ближайшие? Надо было через синее поле катиться. А вон ближайший обелиск. Слева он очень далеко. Мы спасены, ребятки, пока. Пока спасены. Все в сборе, все на месте. Здесь-то мы найдем искомое, я надеюсь. Пам, да. Повезло. Давай, дружище. Опа, блин, опять этот луч. А давайте отойдем, ребят, лучше. Ну нафиг. Что? Голос в воспоминаниях закричал, предупреждая. Цилиндр призвал математика. Это место теперь небезопасно. Что он делает? Что он делает? Можно поинтересоваться? Он ломает эти барьеры? Во, жестяк! Такого же раньше никогда не было. Сейчас цилиндр покатится, да? Отцепись. Он катится. Блин. Блин. А я уж расслабился, хотел здесь потусоваться. А где ближайший... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам конец, друзья. Это слишком жестко. Жизнь к такому нас не готовила. Это несправедливо просто. А куда? А тут же... А куда? А как? А как жить? А как выживать? Черт возьми, куда? А куда? А как? А в смысле? А зачем? А тут же везде... Это а куда хотя бы? Я даже... Мы должны были направо, потом налево, а я ведь даже и не понимал, и не знал этого. Но это жестко совсем. Я так был впечатлен тем, как математик ломает барьеры, что совсем забыл про то, что надо убегать. Но мы уже тут не выживем. У-у. Зато тут растение, которое нам нужно есть. Привет, цилиндр! Приятно познакомиться. Меня зовут Трибум Саня. И я не хочу, чтобы ты меня раздавил. Одного уже раздавили.
А-а-а, не спастись никак. Прощайте, мои дорогие братишки-трибумы. Прощайте, мои дорогие друзья, вы. А я даже активировать не смогу, потому что я просто качусь. Ай, блин. Сломан барьер. Башни пали, и свет был потерян. Больше не было смысла бежать. Цилиндр поглотит все. Да, это жестко как-то совсем. Ладно, друзья, давайте пока на этом остановимся. Продолжим с вами в следующий раз. Надеюсь, видосик вам понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока. Счастья вам!